Я Богданов Сергей. Работаю пожарным спасателем в 24-й ДПРЧ. Профессиональную деятельность я свою начал еще со службы в армии. Я служил 3 года на контракте в пожарной роте. И как бы по рекомендации дальше меня перевели сюда. Работаю уже 4 года здесь. Работа неординарная. Физическая подготовка и трезвость разума важна это в первую очередь, потому что почти всегда во всех ситуациях надо принимать быстрое решение. И насколько оно адекватное, настолько и будет результат. Иногда бывают, конечно, случаи вообще очень печальные, особенно когда дети там бывают, страдают. Сложно в плане морального, потому что, как бы, видишь, такие все, ну, человеческое горе, человеческий фактор этот. Мы сами себе оказываем психологическую помощь, то есть приезжаем, допустим, с сложного случая какого-то, старшие товарищи нам подсказывают, как правильно вести себя во всех ситуациях, то есть, ну, потихонечку отходим, забываем, там, попьем чайку, расскажем пару анекдотиков, расслабляемся, очень быстро отходим. У меня одна дочка, 2,5 годика есть. Пока не столько просто знает, что папа пожарный, будет гордиться. Ну, думаю, конечно, будет, потому что профессия, ну, вроде бы как нормальная.